Слова благодарности самые важные. Иногда они дороже любых материальных богатств. У каждого педагога сотни благодарных учеников. Всероссийская акция, которая прошла на Большой учительской неделе, это лишний повод сказать спасибо учителям, воспитателям, педагогам. Сегодня слова благодарности нашлись у всех. В школе есть любимая учительница, она, наверное, она помогала во всем, и советами, и поддержкой. Это учитель изобразительного искусства Зухра Назыровна. До сих пор ей благодарна, мы до сих пор с ней созваниваемся, хотя она сейчас давно уже на пенсии. И она никогда не забывает поздравить с днем рождения. Вот помнит о всех нас, обо всех датах, и обязательно позвонит и скажет теплые и самые добрые слова. Студенты вузов, колледжей и школьники собрались на площади перед альма-матер всех учителей – педагогическим университетом. Акция получилась доброй и искренней. Все присутствующие уверены, что профессия учителя – одна из самых важных. Учитель математики Наталья Анатольевна Волкова – это просто прекраснейший человек. Она очень доступно объясняет, и мы всегда с радостью пишем самостоятельные работы все. Спасибо ей. Хочу сказать спасибо моему классному руководителю Антонову Юлии Анатольевне, которая работает в гимназии номер 2. Она со мной была с 5 по 11 класс, и я ее очень люблю. В рамках Большой учительской недели в регионе прошли торжественные церемонии награждения, различные акции и флешмобы. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.